Всем привет! Сегодня испечем быстрый ягодный пирог на растительном масле. Рецепт очень простой, из разряда на скорую руку. При этом пирог получается пышный, большой, сочный, влажный внутри, очень вкусный и ароматный, долго сохраняет свою свежесть. Нам понадобится 3 крупных яйца, лучше комнатной температуры, 180 граммов сахара, 180 миллилитров рафинированного подсолнечного масла, 180 миллилитров молока комнатной температуры, 2 чайные ложки разрыхлителя, 8 граммов ванильного сахара, 350 граммов муки и 350-400 граммов свежей клубники. Форма у меня прямоугольная, размером 30 на 22 сантиметра. Застелила ее пергаментной бумагой. Вместо нее можно взять круглую диаметром 28-30 сантиметров. Духовку разогреваю до 180 градусов. Клубнику разрезаю пополам. Вместо клубники можно экспериментировать с другими ягодами или фруктами. В чашу миксера разбиваю яйца. Всыпаю сахар и ванильный сахар. Взбиваю 10-12 минут на высокой скорости до пышной белой массы, которая, стекая с венчиков, задерживается на поверхности, а не растекается сразу. Продолжая взбивать, понемногу вливаю масло. Немного добавила, оно вмешалось, и снова вливаю. Так, пока все масло не закончится. Масса станет более жидкой, но останется пышной. Разрыхлитель смешиваю с мукой. В 3 приема по очереди просеиваю муку, перемешиваю и вливаю молоко. В итоге тесто получается пышное, по густоте, как густая сметана. Перекладываю в форму и разравниваю. Сверху выкладываю клубнику срезом вверх. Форму переношу в духовку. При 180 градусах выпекаю пирог 45 минут до румяности. Готовность проверяю зубочисткой. Она должна выходить без остатков сырого теста. Когда пирог остынет, присыпаю его сверху сахарной пудрой. Ароматный, пышный, сочный пирог для большой компании. Готовится проще простого и обязательно порадует вкусом. На этом все. А я, как всегда, желаю вам удачной выпечки и до новых встреч!